Конструкция и принцип работы клапана для быстрого сброса давления 300 QR. Клапан 300 QR состоит из следующих элементов: корпуса, пилотного регулятора, мембраны, пружины, запорного диска и штока. В клапане 300 QR отсутствуют трущиеся под углом части. Ось штока ходит строго вертикально, в результате потери на трение минимальны, исключается закусывание оси. Клапан 300 QR предназначен для предохранения сетей от избыточного давления. На клапан устанавливается определенное рабочее давление согласно тех требованиям заказчика. Клапан управляется пилотным регулятором с быстрым открытием при превышении установленного давления. Клапан размещается на отводе от главного трубопровода. Рассмотрим принцип работы клапана 300 QR. Если давление в трубопроводе превышает установленный уровень, в клапане срабатывает пилотный регулятор. Происходит мгновенное опустошение управляющей камеры. И за доли секунды клапан открывается. После опустошения управляющей камеры пружина пилотного регулятора разжимается и открывается командный порт для плавного заполнения водой управляющей камеры. Камера наполняется водой, клапан закрывается. При повторном увеличении давления снова происходит резкое открытие клапана. НПЦ «Промводочистка» – официальный представитель «Дарот» в России.